Личность Нестора Махно заслуживает того, чтобы быть популяризованной. Кроме того, что прославим нашего земляка, еще и туристы потянутся в Гуляйполе. Так считает руководитель региона Александр Пеклушенко. Представитель обладминистрации побывал с рабочей поездкой в райцентре, где посетил местный краеведческий музей. По дороге в музей незапланированная остановка возле мемориала, посвященного героям войны. Увидев свадебную процессию возле памятника, Александр Пеклушенко решил лично поздравить молодоженов и вручить им подарок. Мужчина – это хранитель домашнего очага. И твоя основная задача – это таскать в дом деньги. Потому что если ты перестанешь это делать, ни одна теща этого не выдержит. Обязательно. Я в шоке. В местном краеведческом музее отражено много эпох, но чаще всего интересуется личностью Нестора Махно, говорит директор учреждения. По мнению руководителя региона, самый знаменитый выходец из Гуляйполя может и должен стать яркой визитной карточкой края, которая будет привлекать в районный центр еще больше туристов из всей страны. Звичайно, що доба громадянської війни найбільше цікавить наших гостей. Махно об'єднався з Феодосієм Щусем у 18-му році. Два невеличких загони. Є території, яким потрібно видумувати історію, а ми живемо на землі, де кожна її 5 – це історія. Я думаю, что нужно просто к этой теме повернуться лицом и нам с вами больше освещать этот вопрос. Нужно поставить спектакль о жизни легендарного батьки на сцене областного драматического театра. Такой подход, по мнению Александра Пеклушенко, один из лучших способов популяризации Нестора Махно. Я объявлю конкурс среди наших литераторов на лучшую пьесу об жизни и деятельности Нестора Махна. И я хочу, чтобы наш Запорожский театр «Магара» имел в арсенале своего репертуара именно такую пьесу, которая бы раскрывала и образ, и время, и людей. Интересных мест в области, которые могли бы стать привлекательными для туристов, немало, уверен председатель обладминистрации. Поэтому одной из задач региональной власти Александр Пеклушенко видит поиск и всестороннее развитие таких объектов.